Всем привет! Досмотри видео до конца и принимай участие в конкурсе. Сегодня вы увидите подборку оружия из Китая, которое каждый сможет заказать себе или своему ребенку. Индустрия по производству таких игрушек в первую очередь ставит цель создать безопасное оружие для детей и подростков. Ведь это безопаснее самодельных рогаток или воздушек, которые дети сами себе придумывают. С этой целью и было создано оружие, которое стреляет шариками Орбит. Водяные шарики безопасны, не наносят травм и не токсичны, так как состоят из воды на 99% и 1% полимера. В китайском интернет-магазине вы можете купить игрушечный пистолет, стреляющий шариками гидрогеля или по-другому Орбит, а также патронами на присосках. Этот пистолет может подойти для игр в детский пинбол. В набор входит несколько патронов на присосках и дополнительная пачка шариков. Шарики являются полностью безопасными. При попадании в цель шарик разбивается и испаряется, не оставляя следов. Цена на AliExpress $5. Следующая в списке – американская крупнокалиберная снайперская винтовка Barrett. Как и у оригинальной винтовки, у нее имеется планка Picatinny для крепления различных оптических прицелов. Длина винтовки 96 см, максимальная дальность выстрела 30 метров. В набор входят очки, снайперский прицел, водяные шарики, аккумуляторная батарея и зарядное устройство. Цена снайперской винтовки – $20. Сейчас многие вспомнят Counter-Strike. Это P90 – компактный, удобный и высокоточный бельгийский пистолет-пулемет. Может приспосабливаться для стрельбы как с левого, так и с правого плеча. Дальность выстрела до 25 метров. Выглядит он, конечно, очень реалистично. Мне он больше всего понравился. Наверное, из-за своей расцветки. Он продается двух раскрасок. Одна из них – Graffiti Edition, а вторая просто белого цвета. Также у него большая емкость магазина для водяных шаров. Присутствует встроенный коллиматорный прицел и глушитель. Цена на AliExpress – $45. Вы можете купить этот и остальные товары, сэкономив 10% от стоимости, используя кэшбэк-сервис AliBonus. Для этого нужно перейти по ссылке в описании на сайт AliBonus. На главной странице нажимаем на кнопку «Установить расширение». Входим в систему удобным для вас способом. Я выберу ВК. На AliExpress выбираем товар и видим, какую сумму сэкономим. Также сервис показывает информацию о всех продавцах AliExpress. Ссылка в описании. Следующая – это американская штурмовая винтовка М4. Представлена только в черной расцветке. Она изготовлена из ABS пластика. Чтобы не повторяться, скажу сразу. Все пушки из представленных изготовлены из ударопрочного материала. Вес штурмовой винтовки почти 1,5 кг. Длина оружия 77 см. Дальность выстрела до 30 метров. В комплекте штурмовой винтовки идет аккумулятор, зарядка, прицел, лазер, защитные очки, а также есть несколько пачек арбизов. Но советую прикупить дополнительно. Ссылку на них оставлю в описании. Цена штурмовой винтовки составляет $95. Пистолет с кейсом. Внешне похоже на Desert Eagle – самозарядный пистолет. Этот пистолет часто используется в фильмах и в компьютерных играх. Он идет с аккумулятором, который стреляет очередью и одиночными выстрелами разрывными гелевыми шариками. Длина ствола 40 см, без глушителя 29, дальность выстрела 20 метров. В комплект входит аккумулятор, зарядка, глушитель и дополнительные шары гидрогеля. Цена пистолета – $28.
А вот и всем известный автомат Калашникова. Длина автомата 60 см. Дальность стрельбы составляет 15 метров. В набор входят очки и 400 штук дополнительных шаров. Цена на Алиэкспресс $14.50. Помповое ружье со снайперским прицелом. Длина ружья 61 см. Дальность выстрела 20 метров. В комплект входит прицел и дополнительные шары Арбис. Это ружье одно из самых недорогих оружий на Алиэкспресс. Имеет хорошие характеристики для такой цены. Стоимость $15. А это Крис Вектор, пистолет-пулемет. Основной задачей конструкторов этого оружия являлось достижение максимально возможной кучности стрельбы очередями. На оружии установлен инфракрасный лазер. Имеется механический прицел со складной мушкой, а также планка Пикатинни для крепления прицельных приспособлений и оптических прицелов. Длина изделия 55 см. Весит этот пистолет-пулемет 1 кг 400 грамм. В комплекте очки, ремень для переноски, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и пули Арбис. Цена на Алиэкспресс $74. А этот экземпляр был сделан под боевую штурмовую винтовку для спецопераций под названием SCAR. Оружие представлено в черной и светло-коричневой расцветке. На его корпусе установлен лазерный прицел и удобная ручка. Длина штурмовой винтовки 62 см. Дальность выстрела до 30 метров. Вес 1,5 кг. В комплекте очки, аккумуляторная батарея, зарядное устройство и пули Арбис. Купить на Алиэкспресс можно за $35. Ну и напоследок для разнообразия вот такой вот товар. Это качественная защитная маска, которая выдерживает даже пейнтбольные шары. Сделана по виду маски антигаз. У нее встроена система вентиляции. Установленный кулер работает за счет пальчиковых батареек. Цена на Алиэкспресс $33. С таким набором пушек можно устроить очень захватывающую перестрелку со своими друзьями. Что-то мне подсказывает, что эти пушки очень заинтересуют не только детей, но и взрослых. Ведь о таком раньше многие могли только мечтать. А теперь практически весь арсенал для таких игр можно купить на Алиэкспресс. У каждого есть возможность выиграть вот такую маску балаклава с замечательным рисунком. Она выполнена из хорошего материала и на ней нанесен качественный принт. Условия очень простые. Для участия в конкурсе необходимо вступить в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Сделать репост записи с этим роликом к себе на страницу ВК. Ну и конечно быть подписанным на мой канал. Все итоги будут 4 мая этого года. Видео с выбором победителя будет в этой же группе. Фейковые страницы участия в конкурсе не принимают. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!